2 октября в зале городской администрации состоялось еженедельное аппаратное совещание руководителей управлений и ведомств муниципалитета. Приступая к рабочим вопросам текущей недели, глава города Зайнуддин Акмасов акцентировал внимание на необходимости установленные сроки подготовиться коммунальным службам к зимнему периоду. Затем начальник гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мавлид Паша Алиев доложил о происшествиях на территории города за истекшую неделю. Информацию о причинах отключения электроэнергии предоставил начальник горэлектросети Залибек Умалатаджиев. Грозненская 90-е дома светлыми из-за того, что кабель повредился. Короткая замка не прошла от Грозненской 90-е дом с низкой стороны. Оба кабеля 0,4 и 90-10 кВт вчера заменили в течение дня. А так кое-какие материалы получили. Меняем рубильники. Доливаем трансформатор масла, но работы ведутся. На повестке дня были озвучены вопросы подготовки коммунальных служб по зиме, по принятию мер улучшения санитарного порядка на участках, где установлены мусорные контейнера, и ряд других вопросов. Обращаясь к руководителям коммунальных служб, Зайнуддин Акмасов подчеркнул, что главной задачей всех ведомств является бесперебойное обеспечение горожан необходимыми услугами. Но вы должны прекрасно знать, вот в этом районе, в этом поселке вот такие проблемы, их надо решать. Не ждать, пока там короткое замыкание будет или прорвется где-то. В продолжении совещания заместитель главы администрации Хайбулла Умаров отметил, что мероприятие, посвященное принятию молодых ребят в ряды юных армейцев, прошел на достаточно высоком уровне. Подобные встречи подрастающей молодежи с ветеранами боевых действий направлены на духовно-патриотическое воспитание, сказал Умаров. В завершении главой города были даны руководителям управления и ведом соответствующие поручения и сроки их исполнения. Зарема Хайбуллаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».